Конфликт между эвакуаторщиками и общественными активистами произошел в весьма неожиданном месте. Ни на автостоянке, ни во время эвакуации автомобиля с улицы, а в магазине закусочной на улице Серебренниковской, куда часто заглядывают сотрудники ДПС и службы эвакуации. Мы увидели, что здесь очень много эвакуаторов стоит, и зашли сюда с тем, чтобы задать под видеокамеру, под видеозапись вопросы сотрудникам ДПС и водителям эвакуаторов. Кому принадлежат эвакуаторы, как они поступают к ним на работу, какая у них оплата за эту работу, ну и так далее. Задать, в общем-то, все эти вопросы. И когда мы разговаривали с сотрудником ДПС, на оператора напала женщина, представившаяся директором магазина. И выхватила телефон и унесла к себе в подсобку. После этого уже водитель эвакуатора с криками набросился, ударил его по голове, крича, что нечего меня здесь снимать, и повредил видеокамеру. Правозащитники говорят о немотивированной агрессии в свой адрес и о том, что происходило все на глазах у сотрудников полиции, не вмешивавшихся в происходящее. Когда при 4 сотрудниках полиции свободно похищается телефон, когда при сотрудниках полиции происходит нападение на журналиста, мы думаем, что это неадекватное действие.